Всем привет! Сегодня у нас транспондерные новости. Первые новости спутник Амос 4 градус. Канал Румыния ТВ появился на частоте 12.396 H. Скорость потока 4 тройки. Канал Рада Возрождения появился на частоте 11.175 H. Скорость потока 30 тысяч. Канал Галичина Перший Західний HD появились на частоте 11.140 H. Скорость потока 30 тысяч. Канал ICTV, ОЦ, первый деловой СТБ, ушли с частоты 11.140 H. Новый канал ушел с частоты 11.175 H. Каналы Black Sea TV, Галичина, Первый Западный, Рада, Телесесвіт ушли с частоты 12.340 H. Следующие новости спутник Астра, 5 градус. Канал Унион TV ушел с частоты 12.073 H. Канал 1 плюс 1 Марафон, Армія ТВ, ICTV UA, Інтер, Моя Україна, Первий, Піксель і Рада, Суспільні культура появились на частоте 12.245 В, скорость потока 30 тисяч. Канали Т2МА, МП4, кодировка БІС. 9 градус, канал Янвіра Ньюс появился на частоте 11.996 В, скорость потока 27.500, канал идет открыто. Ну и есть некоторые тоже каналы, это на 55 градусе некоторые каналы ушли, вот можете посмотреть. Канал Известия Шансон появились на частоте 11.385, и на 75 градусе тоже есть некоторые изменения. Это у нас разные каналы там появились, которые ушли, некоторые ушли, так что можете почитать, посмотреть. Ну и если у вас есть возможность, оформляйте спонсорство на моем канале, это мне очень поможет. И также среди спонсоров будет розыгрыш ТВ-приставки. Набираем 10 спонсоров и сразу делаю розыгрыш. Приставка будет очень отличная, так что оформляйте спонсорство, чтобы ничего не пропустить. И всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.